Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Калашников в траве. Следователи нашли предполагаемое орудие убийства Сергея Калужского. Желание для джина. Как предприимчивая рязанка умудрилась заложить земельный участок без одобрения кооператива. Мифы и легенды Востока. В Рязани стартовал фестиваль китайского кино. В деле об убийстве начальника отделения судебных приставов по Рязани Сергея Калужского новый поворот. Сегодня следователи заявили о том, что нашли автомат, из которого предположительно были произведены выстрелы. На видео, вероятно, модель АК-74 с нестандартным рожком. Официальный комментарий звучит так. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 15 ноября 2023 года в микрорайоне Недостоево города Рязани обнаружено оружие, из которого предположительно был убит потерпевший. Оружие изъято сотрудниками следственного управления, в ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Напомним, Сергей Калужский был застрелен вечером 1 ноября. Спустя 3 дня был задержан подозреваемый Сергей Ананикян, которого суд отправил под стражу до 31 декабря. Сразу по 3 статьям обвиняют бывшего председателя СПК из Рязанской области. Это и злоупотребление полномочиями, и присвоение вверенных денежных средств, и мошенничество. Что он такого натворил, расскажем далее. В стремлении разбогатеть каждый выбирает свой путь, преимущественно честный. А вот представительница сельскохозяйственного производственного кооператива из Спаска свернула, что называется, на кривую дорожку. Решила заложить имущество СПК через интернет. Тем более, что в названии сайта фигурирует слово «джин», так что чем не повод загадать желание. План был прост – провести собрание, зафиксировать подписи, да заложить земельный участок этого самого СПК под 500 000 рублей. А чтобы ей никто не возразил, собрание женщина провела фиктивно. Такую историю она потом расскажет следователям. Но на первом желании около 500 000 рублей женщина не остановилась. Также обвиняемая, являясь доверенным лицом общества с ограниченной ответственностью, также заключила договоры займа и залога на имущество, принадлежащее данной организации. Полученные денежные средства она перевела на свой банковский счет, впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению. Успела предприимчивая дама заключить еще 2 договора залога. По одному на 600 тысяч рублей, по второму на 700. Вскрылась эта история достаточно прозаично, без всякой магии. В конце 2022 года на адрес вышеуказанных организаций поступили исковые заявления от залогодателей, в результате чего потерпевшие написали заявление в полицию с сотрудниками БЭПа, Спасского МВД. Была организована проверка. Впоследствии материалы были направлены в Следственный комитет для расследования уголовного дела. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Рязани проходит конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек, студентов техникумов, колледжей и автошкол. Юные автомобилисты прошли несколько соревновательных этапов, сложность которых сравнима с экзаменом на получение автомобильных прав. Крути его! На замену колеса дается 5 минут. Алгоритм стандартный. Подложить башмаки, открутить гайки, поработать домкратом. В общем, схема, известная каждому водителю. Только здесь баллонником орудуют ребята 14-17 лет. Это очередной конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек. Этот конкурс подразумевает несколько испытаний, такие как знание правил дорожного движения, оказание первой помощи, замена колеса, фигурное вождение. А это 2 самых любопытных этапа, притом один сложнее другого. Первый этап простой – змейка, гараж, параллельная парковка. А вот второй, что называется, для виртуозов. Здесь присутствуют нестандартные элементы, то есть повороты под определенным углом, да, и, соответственно, проезд на сужение. Вот у нас вон та фигура. И непосредственно заезд задним ходом в карман с последующим выездом. Стартует участник с 0 баллов. Задача этот 0 сохранить. Минусы дают за все. Сбитый или даже задетый конус. Остановка не по команде инспектора, а значит, управлять автомобилем стоит аккуратно. Автомногоборье – конкурс для Рязани традиционный, а еще это отборочный региональный этап. Команда победителя отправится на всероссийские соревнования.
Фестиваль китайского кино стартовал в Рязани в 9-й раз. На этот раз в библиотеке Горького каждый день до 19 ноября здесь бесплатно демонстрируют подборку фэнтези и исторических блокбастеров, шедевров кинематографа КНР. В день открытия на площадке побывала и наша съемочная группа. В афише фильмы, некоторые из которых на слуху. Например, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». И те, которые не бывали в широком прокате, как «Легенда о демонической кошке». Их объединяет одно – все они основаны на глубоком погружении в культуру и мифологию Китая. Мы специально выбрали еще те фильмы, связанные или посвящены китайским мифам, да, еще китайской легендой. И также мы специально для наших детей выбрали еще мультики. Через фильмы можно узнавать китайскую древнюю историю и китайскую культуру. Надеюсь, что всем понравится. Я уверен, что обязательно они смогут еще налюбоваться. С библиотекой Институт Конфуция сотрудничает уже на протяжении 7 лет. Здесь проходят выставки, презентации, а теперь еще и фестиваль кино. С 15 по 19 ноября все желающие, абсолютно все желающие, смогут прийти и посмотреть, ну, на наш взгляд, классические китайские фильмы. Потому что, несмотря на то, что фестиваль 9-й уже, мы стараемся подборку фильмов делать интересную для широкой публики. Поэтому в этот раз в фестивале есть фильмы, которые, наверное, многие знают. Вот, например, для открытия мы выбрали фильм «Герой». Фильм далеко не новый, но на самом деле представляющий, наверное, классику китайского кино, потому что Джан Имоу, думаю, что известный всему миру китайский режиссер. Есть в подборке фильмы с китайскими и английскими субтитрами, а также фильмы с переводом на русский. Как только начинаешь смотреть традиционный китайский фильм, сразу понимаешь, что он, конечно же, сильно отличается. Это, наверное, некое преувеличенное изображение всего. Это действительно исторические отсылки, это и символика цвета, и символика изображений, и символика вообще действий, которые происходят. Ну и, конечно, боевые искусства. Все это будет действительно на фестивале, все можно будет посмотреть. В провинции Цзилинь, где находится вуз-партнер Рязанской земли, есть кинофабрика. Побывав там, представители рязанской делегации решили, что такой фестиваль просто необходим. С тех пор традиция прижилась и явно нашла своих последователей. Вход на фестиваль бесплатный. В Рязанской областной детской библиотеке презентовали книгу Анатолия Митяева «Сказки у костра». Оригинальное издание для детей увидело свет в последний раз в 1965 году. Новая версия включает в себя всего 12 сказок. Иллюстрации к ним подготовил художник Максимилиан Пресняков. Синичкино солнышко, пингвины, муравей и космонавт. Всего в новом издании книги Анатолия Митяева «Сказки у костра» 12 историй. Рязанская областная детская библиотека готовила этот проект целый год. С макетом сборника помогли коллеги из Горьковки. И вот в преддверии столетнего юбилея со дня рождения писателя книга увидела свет. Традиционный издательский центр Горьковской библиотеки совсем молодой. Полный цикл печатной подготовки мы производим всего лишь 2022 года. Чтобы прикоснуться к детской классике, прикоснуться к современному изданию детской классики советской, это для нас было серьезным событием. Общий тираж – 1000 экземпляров. Иллюстратором выступил Максимилиан Пресняков. Художнику удалось облечь содержание произведения Анатолия Митяева в совершенно новую современную форму, насытив добрые и светлые истории яркими картинками. Строгим цензором выступала вдова автора Ия Николаевна Пестова. Именно она написала вступительную статью к сказкам своего мужа и отобрала лучшие из иллюстраций к ним. Что касается непосредственно уже художника, когда он работает, тут насколько удается погрузиться в эти образы. Вот, и в данном случае важно, что я, например, вот, не специально не смотрел художников до меня, работавших с Митяевым, непосредственно перед тем, как приступить к работе. Почему? Чтобы все-таки это увидеть немножко по-своему, и чтобы не усилием как-то что-то придумывать, а чтобы это родилось естественно. Иллюстрации получились живыми и красочными. В работе художник использовал акрил, гуашь и цветные карандаши. Конечно, пришлось применить и компьютерные технологии.
диалоги. После оцифровки изображений иллюстратор работал с ними в графическом редакторе. Книга «Сказки у костра» – это первый шаг в сторону знакомства маленьких рязанцев с писателями-земляками, рассказывает директор Рязанской областной детской библиотеки. В одном классе произошла кража. Ребенок что-то украл, и никто не признавался. Встал один мальчик и сказал: «Надо признаться, потому что вот такое вранье может погубить чью-то жизнь». И как в сказке Митяева «Пингвины». Там действительно такой сюжет, что из-за обмана погиб другой пингвин. Видите, то есть как эта книга может повлиять на ребенка и как может запасть ему в душу. Понятие справедливости, взаимовыручки, честности и силы духа. Сказки Анатолия Митяева учат детей извечным моральным истинам, которые будут помогать им на протяжении всего жизненного пути идти дорогой добра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Свидания на театральной продолжаются, и продолжаются они самыми интересными спектаклями о любви. В среду постановку по пьесе Евгения Гришковца «Весы» играл театр из Мордовии. Ночью четверо мужчин встретились в приемном отделении роддома, чтобы провести там несколько часов, ожидая появления детей. А вот как в такой ситуации ведут себя герои пьесы, что у них на душе и за душой, поразмышляли рязанские зрители, просматривая спектакль из Саранска. Мы знаем Гришковца по его пьесам, по его моноспектаклям собственным, как такого певца повседневности, да, скорее человека, именно сосредотачивающегося на моменте, когда ты сидишь и пьешь чай и что-то вспоминаешь. И через вот эти какие-то абсолютно обыденные ежедневные моменты он создает, действительно, такой передает нашу жизнь. Она вот вся состоит из таких каких-то, да, мелочей. В «Весах», в этой пьесе, в этом спектакле он отходит от этого. Он вовлекает нас и дает возможность идентифицироваться с персонажами, да, вспоминая именно ключевые, именно очень важные моменты жизни. И поэтому это, конечно, очень эмоционально. И вот эти «Весы», то, что в названии, да, выведено, действительно, это как две чаши весов, когда весь спектакль нас переносят из очень смешных моментов в очень сентиментальные, лиричные, а можно даже сказать, да, в самые трагичные. Всегда есть понятие о том, когда женщина рожает, каковы материнские чувства, как им больно, но никто не знает в этот момент ничего о мужчинах. Пьеса как раз о том, что чувствуют мужчины в такой ключевой момент, о чем говорят и размышляют. Чем прекрасен, по мне, Гришковец, вот каждый зритель, я уверен, найдет что-то свое. Каждый вспомнит какую-то ситуацию. Я думаю, что не было, может быть, один из десяти, кто в семье не выбирал имя ребенку. Это же целый спор, это целые баталии в семье, как назвать девочку, как назвать мальчика и так далее. Все вот эти моменты роддома, весь этот трепет как бы отцовский, когда вообще задумал спектакль, я когда-то захотел сказать женщинам о том, как мужчинам плохо. Потому что есть понятие, что когда женщина рожает, ей так тяжело, а мужчина что? Гуляет. Поэтому как бы, ну, мужчина тоже переживает. Рязань – театральный город. Об этом говорят часто и много. Артисты, критики, режиссеры. И зрительный зал здесь понимающий, интеллигентный, благодарный. Залог прекрасного свидания. У вас очень теплый зал. Спасибо. Это, конечно, ну... Отопление очень хорошо работает. Да, тепло, греет. Вот, нереально. То есть при таком зале, что может быть лучше для артиста? Как овации, аплодисменты, крики «Браво!» И хочется купаться в этом как можно дольше. Это вот это очень приятно. Но про усталость скажет Владимир Михайлович. Я согласен абсолютно с вами, Сергей Сергеевич, правда. Мы не можем устать, когда вот так хорошо, так тепло принимает нас наш любимый уже зритель. Извините, мы его у вас украли. На один вечер, правда. Ну, вообще, спасибо огромное, что вы нас пригласили на свидание. Жаль, что вы такие неверные, и у вас оказывается свидание каждый вечер с разным театром. Ты думаешь, я больше девушку хотел? Очень хочу. И сейчас хочу. Девочку хочу. Двойню хочу. Но сил же не хватит. Ну как же при всем этом, мужичке, я вам завидую? На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.